Столбняк вернулся. Впервые за 12 лет пермские медики зафиксировали случай этой смертельно опасной инфекции. Пожилой пермяк травмировался, работая на дачном участке, и заболел. Портал 59.ру приводит слова врачей. В течение первых дней болезни состояние у пациента стремительно ухудшалось. Загноились раны, поднялась температура, стала сводить челюсти. Скорая помощь доставила больного в медсанчасть номер 1 в тяжелом состоянии. Мужчина 10 дней пролежал в реанимации, подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких. Он выжил. По данным Краевого Роспотребнадзора, последний случай столбняка в Прикамье был зафиксирован в 2004 году. Медики напоминают, защита от этого заболевания – вакцинация. Впервые прививку ставят в трехмесячном возрасте, затем повторяют каждые 10 лет.